Вторая смерть на пожаре с начала года. На выходных в собственном доме погиб 58-летний старосколец. Трагедия произошла на Лапыгинской сельской территории. В субботу 9 сентября в 6:12 на пульт диспетчера поступил вызов о возгорании в жилом доме в селе Курском. Прибывшие пожарные подразделения при разведке пожара обнаружили тело мужчины 65-го года рождения без признаков жизни. При расследовании пожара была установлена предварительная причина – неосторожность при курении. Отдел надзорной деятельности и профилактической работы просит граждан быть внимательнее при соблюдении мер пожарной безопасности с отопительными и электрическими электроприборами в быту, а также просьба не курить в помещениях. В целом, в Старомосколе за год почти в два раза снизилось количество пожаров. С начала 2023 в округе зарегистрировано 152 возгорания. За аналогичный период 2022 их было 262. Меньше стало и пострадавших – четверо. В прошлом году – 8 человек.